Наташа на Сережин сад по-прежнему с вами. И мы приветствуем вас, наши друзья и наши подписчики. Сегодня я хочу рассказать вам о чудесном сорте гортензии метельчатой под названием Фантом. Почему о нем? Потому что часто спрашивают меня, с чего же начать, если гортензия метельчатая еще только входит в ваш сад, и вы с ней не очень знакомы. Какой сорт приобрести первым? Сорт гортензии Фантом смело можно рекомендовать всем в саду, потому что сорт достаточно крепкий, один из старых сортов. Он очень быстро набирает свою массу, никогда не изменяет в своей устойчивости и красоте, а шапки будут просто шокировать вас. Поэтому, если вы только знакомитесь с гортензией, пожалуй, один из тех сортов, который не заставит долго вас ждать, поразить своим цветением, это именно сорт Фантом. Его соцветия достигают 50 сантиметров. Достаточно быстро растет кустик и, конечно, очень красив. Пожалуй, он поразит вас. Вы навсегда останетесь в кругу гортензиеводов. Сам кустарник, сорт Фантом, относится к высокорослым сортам. Он может достигать 2 и 2,5 метров в высоту, при этом очень крепкий и очень мощный. Фантом завоевал множество медалей, и в свое время были даже споры. Он практически вытеснил известный, полюбившийся сорт Грандифлора, потому как превосходит его по своей массивности и по устойчивости. Прекрасный сорт. Очень рекомендую вам иметь его в саду. Он будет привлекать внимание. В начале лета он лаймовый, потом становится белого цвета, и к осени он сначала розовеет и потом превращается в более темно-розовый цвет. Огромные соцветия 50 сантиметров. Просто уникально и завораживают взгляд, однозначно привлекая внимание. Вот такие уже взрослые саженцы, прекрасные, исключительные Фантомы мы можем предложить вам уже сегодня. Поэтому, если вы хотите впечатлиться, если хотите быстро увидеть уникальные, огромные соцветия, мы рекомендуем вам этот сорт приобрести в свой сад. Исключительные, прекрасные саженцы ждут вас. Приезжайте, выбирайте. Вот такая красота. А добраться к нам очень просто. Самая незагруженная трасса, скоростная, Симферопольское шоссе, трасса М2. Ориентировочный 104-й километр от МКАД. Мы находимся рядом с усадьбой деревни Болотово. В навигаторе можно набрать адрес СНП Одуванчикова, дом 249. Вас будут ждать и встречать самые лучшие саженцы гортензии метельчатой. Приезжайте!